19 июня сотрудники Центральной библиотеки провели для юных десногорцев, посещающих школьные оздоровительные лагеря, мероприятие по пожарной безопасности. С ребятами провели профилактическую беседу, напомнили правила пожарной безопасности и историю создания пожарной охраны России. Затем дети поучаствовали в срез-викторине и посмотрели мультфильм «Кошкин дом». В завершении мероприятия ребятам была предложена детская художественная литература по данной тематике.